Сейчас мы находимся в Лиссабоне, в Португалии, на чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу. Ukrainian guys, they are always doing a great job here. Большое спасибо за финансовую поддержку нашему спонсору biotech.com. Будем готовиться еще усерднее, и следующая Европа будет нашей. За нашу команду выступал бразилец Брено Петерсон. Обригад. На этом чемпионате нашей команде удалось взять 3 медали, 2 серебряных и бронзу. Первым выступал Ярослав Блажко. В категории пурпурных поясов отдал, ему удалось взять бронзовую медаль. За выход в финал проиграл чемпиону по одному преимуществу, очень достойной встречи. Уровень чемпионата, как всегда, на высоте, большая конкуренция, много человек в весе с разных стран. Я также хочу сказать большое спасибо за финансовую поддержку нашему спонсору biotech.com. Спасибо большое, что всегда поддерживаете в любой ситуации и даете нам возможность развиваться. Следующим выступал наш юниор Серхий Красовскyi. Ему удалось взять серебро. Очень крутой был финал, но, скажем так, рефери были достаточно предвзяты в сторону бразильца и отдали победу бразильцу. Я боролся в самой престижной категории по юниорам. У меня было 4 встречи в своей категории. 2 из них я выиграл по баллам, одну выиграл досрочно. В финале проиграл, уступил сопернику 2 баллам. Все большие благодарения Евгению за физическую подготовку и поддержку. В заключительный день чемпионата за нашу команду выступал бразилец Брено Петерсон, который у нас уже 3 месяца тренируется. Он приехал из Бразилии. Благодаря поддержке наших спонсоров, компании biotech.com, мы смогли ему обеспечить все условия. Сейчас он тренируется в нашей команде. Quero agradecer a biotech.com por ajudar nessa viagem, nesse campeonato, que é uma grande oportunidade para mim, estar lutando com os melhores. E agradecer toda a minha equipe, a gente Ucrânia, professor Jena, por me dar o suporte lá na Ucrânia e estar me dando os melhores treinos lá. Obrigado. Ему на этом чемпионате удалось взять серебряную медаль в категории коричневых поясов, весовая категория 56 килограмм. В финале уступил по 2 преимуществам чемпиону мира, показал очень достойную борьбу. И надеюсь, что в будущем он также будет тренироваться в нашей команде. И мы планируем привлекать еще профессионалов мирового класса. Ukrainian guys, they are always doing a great job here. They always come and represent very well because they are always very tough, very talented. And they did a great job again, like always, so the people already know the Ukrainian people are very tough. And they are doing a good level jiu-jitsu, so I'm very proud of them.